Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам Two My Items мод для Майнкрафта Pocket Edition. Но, к сожалению, это пока что только мод, но скоро это будет адн. Ну, после установки данного мода у нас появляется буква М, которой мы можем изменить креатив на выживание и выживание на креатив. После чего мы можем изменить день на ночь, и также мы можем оседлать моба с помощью этого мода. Или выбрать язык. Также мы можем здесь дать себе блок, или определенную вещь. Для этого мы лучше перейдем в выживание. Ну, такое меню, наверное, помните в первом Two My Items на версии Minecraft 0.8.1. Но я точно помню такой мод. Вот, как видите, любые блоки мы можем получить с помощью этого моба. К сожалению, ой, извините, мода. Но, к сожалению, здесь непонятный язык. Возможно, это даже испанский язык. Вот, как видите, все нормально спавнится, все нормально ставится. Также мы можем здесь выбрать количество. И также здесь есть и краски. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.